Всех приветствую. И сегодня давайте посмотрим, обсудим распространение сторонних программ в иерархии. Да. Задача очень простая. Есть некое приложение. Я хочу, чтобы это приложение установилось на все компьютеры в моей большой маршрутизируемой распределенной сети, на все сервера, на все рабочие станции, ну, на управляемые секьюрити-центрами, так скажем. Да, и первое, что... Ну, давайте сначала себе напомним, как у нас сейчас выглядит сеть, что у нас есть главный сервер, да, главный сервер, у него там в группе Managed Device два устройства сейчас отображаются, ну, собственно, сам он и том лэптоп. И в удаленном офисе у нас есть подчиненный сервер, и у него тоже есть клиентик, Вот, соответственно, и на тот, и на другой клиент приложение должно установиться. Вот так. Но сначала давайте посмотрим создание инсталляционных пакетов, да? То есть я хочу, чтобы некое приложение установилось на все машины в моей сети. Мне нужен силами security центра, да? Значит, задача удаленной установки должна использовать какой-то инсталляционный пакет. Его где-то надо сначала создать, да? На главном сервере, обратите внимание, вот у нас Installation Packages, Create Installation Package. Ну и напоминаю вам, да, что здесь можно создать инсталляционный пакет продуктов лаборатории Касперского для стороннего файла, типы файлов поддерживаемых, давайте посмотрим. То есть если у вас есть MSI, MSP пакетик, .exe, BAT, CMD, обратите внимание, вот таким образом можно создавать инсталляционные пакеты из BAT, например, файлов, которые ничего устанавливать не будут, а будут только необходимые действия на клиентских машинах выполнять. Так, и есть третий вариант, но для него ваш сервер должен быть активирован лицензией, поддерживая System Management. Ну, потому что мне так проще, да? Вместо того, чтобы руками там что-то создавать. Вот так, сейчас английский включу. Я скачаю готовый инсталляционный пакет. Есть такой функционал у Security центра. Вот он, список инсталляционных пакетов. То есть вместо того, чтобы самому где-то эти пакеты искать и подкладывать, можно сделать вот так. Выбрать из базы известных Security центру инсталляционных пакетов. Вот возьмем WinZip. Максимально ему известный. Значит, это ссылочки на сайты вендоров, да, есть вероятность, что приложение все-таки инсталляционный пакет не скачается. Ну, сейчас посмотрим. Так, принятие лицензионных соглашений. Значит, здесь прелесть в том, что будет создан инсталляционный пакет сразу с ключиками Silent установки. То есть, когда мы его удаленно будем устанавливать, пройдет установка в фоновом режиме, никаких запросов пользователю задавать не будут, поэтому и лицензионные соглашения здесь предлагают принять. Ждем. Ну вот, еще раз повторяю, может закончиться неуспешно, потому что есть вероятность, что вендор объявил приложение, не под... версию вот старую какую-то, если выбрать, что она уже неподдерживаемая, ее там с центра загрузки удалили. Вот он создался, инсталляционный пакет. Так, ну казалось бы, да, у нас, мы обсуждали с вами наследование задач и говорили о том, что в принципе достаточно создать задачу установки в группе Managed Device, запустить ее, и приложение на все машины установится. Ну не забыть поставить галочку «Распространить задачу на подчиненные сервера», и вот, собственно, и все. Нет, не все, потому что для того, чтобы подчиненный сервер в удаленном офисе мог это приложение установить, ему тоже нужен этот инсталляционный пакет. А у него его нет. Значит, как-то ему надо этот инсталляционный пакет передать. Для этого у нас есть спецзадача. Мы ее на главном сервере, конечно же, создаем. Задача — распространение инсталляционных пакетов. Так, ищем. Так, установить. Windows Update Synchronization. Захватить образ операционной системы. Вот она. Distribute Installation Package. Задача — распространения инсталляционного пакета. Так,
Что у нас тут еще должно быть интересного? Да, вот обратите внимание, есть отдельно, я не буду про нее делать отдельную демонстрацию, что есть спецзадача удаленной установки приложений именно на подчиненные сервера. С ее помощью можно выполнять in-place upgrade подчиненных серверов, удаленный причем. А можно и приложение просто устанавливать. Выбираем, обратите внимание, более одного инсталляционного пакета можно выбрать. Количество параллельных загрузок поставить, потому что может быть у вас подчиненных серверов 1000, 2, 3. Так, игнорировать локализацию виртуальных серверов администрирования, ну хорошо. Так, и куда распространяем? Обратите внимание, здесь, так как это задача распространения инсталляционного пакета на подчиненные серверы, то только их нам здесь и показывают. Так, ну, аккаунт можно не указывать. Так, запустить. Где тут должна быть у нас? Вот, запустить сразу после создания. Запускаем. Должно быстро пройти. 100%. Ну, давайте посмотрим. Может, уже доставилось. Так, Remote Installation на подчиненном сервере смотрим. Вот он появился после очередного рефреша. Так, все, инсталляционный пакет есть. Вот теперь все готово. А дальше все совершенно штатным способом, да. Я хочу на все машины управляемые установить. Соответственно, прямо в группе Managed Device сервера, главного сервера, создаем задачу удаленной установки. Вот она. Выбираем инсталляционный пакет. Так. Ну что, попробуем установить и на машины, на которых нет агентов администрирования. На сами серверы администрирования. Обратите внимание, у меня нет на сервере администрирования клиента Kaspersky Endpoint Security, только сервер. Посмотрим, что получится. Так, они же в группах у нас, да? Так, ничего не перезагружать. Вот. Значит, там по умолчанию у нас... По умолчанию у нас задача выполняется и с помощью агента, и если не удастся, средствами сервера, да? Так. Сейчас проверим, что получится. Понятно имя написать. Сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Нет, давайте сначала параметры проверим. Проверим параметры задачи. Так, используя сетевой агент и средствами операционной системы. То есть оба способа установки мы оставили, учетную запись указали. Ну, потому что сейчас в область действия этой задачи попадут и сами серверы администрирования. И сами серверы администрирования. Вот, смотрите, да? Вот он, а вот и Tom Laptop. Так, и тут же можно посмотреть... А, ну мы еще не запускали. Ну, давайте... А, стоп, задачу. Галочку забыл я поставить. Ну, конечно же. Вот, видите, не зря заглянул в результаты. Жмем Apply. Так, еще раз посмотрим. Хоть мы ее еще не запускали. Вот, видите, изменилось. Готово к выполнению на трех устройствах. Вот у нас LowKSC появился. Да, не показывают клиентов подчиненного сервера здесь. Мы все это вроде уже где-то смотрели. Но тут есть возможность вот посмотреть... Что там на подчиненном сервере? Так, на подчиненном сервере клиента у нас есть. Вообще должен быть. Так, вот задачка появилась как наследованная. Да вот и Bob Desktop тут есть. Ну что, запускаем. Ждем результатов. Философствуем на тему, как все это очень удобно. Да. То есть вот у нас Security Center.
да, если предположить, что на всех машинах управляемых установлены агенты администрирования, да, позволяет security center централизованно, без напряга вообще, вот сколько у нас там времени прошло, 10 минут. 10 минут, включая философскую болтовню, да, и просмотр конфигурации, 10 минут заняло создание задачи, да, и, ну, какое-то время, естественно, займет развертывание, сразу представляете, что у вас сеть здоровенная, да, сотни, да пусть даже десятки подчиненных серверов, тысячи клиентов, и вы вот так легко и непринужденно создали задачу, запустили установку, и вот она выполняется у вас. Так, вот уже где-то выполнилось. Пишут, что на сам security центр установилось. Так, в итоге нас больше всего Bob Desktop беспокоит, да? Потому как нам его тут не показывали в результатах. Ничего, подождем, все проверим. Так, ну что, на security центры Tom Laptop пишут установилось. Проверяем. Вот он на главном сервере. Но это очевидно, да, что на сам главный сервер и на управляемого им клиента, да, вот он тоже. WinZip, вон ярлычок на рабочем столе. Все молча, без вопросов. Установилось. Ну, давайте посмотрим, что на Бобе у нас. О, тоже уже установился, все в общем прошло успешно. Ну ладно, для очистки совести давайте еще и подчиненный security центр посмотрим. Так, русский язык тут у меня, конечно. В общем, красота, учитывая, что вы можете таким образом разворачивать приложения, для которых у вас есть инсталляционные пакеты, в свойствах задачи удаленной установки вписывать. В свойствах пакета. Давайте, кстати, свойства пакета посмотрим еще. В свойствах пакета можно писать ключи MSI пакета для установки, чтобы silent установку выполнять. Ну и при этом масса, да, я тоже установился. Все, 100% отработало. Все успешно везде развернулось. Да. Свойства стороннего инсталляционного пакета еще давайте посмотрим. Вот здесь вот. Что здесь у него практически нечего задать, да? Да, здесь вообще нечего задать. Вот у того, который вы сами создаете своими руками, у него должна быть возможность в свойствах инсталляционного пакета вбить строку установки. Ключики для установки. А здесь все автоматически сконфигурировалось, конечно, я же сам говорил. Вот, собственно, на этом все. Замечательно. Да, и на самом-то деле мы тему управления подчиненными серверами-то, в общем, практически все посмотрели. Да, дальше я буду делать демонстрации, какие, собственно, взбредет мне на ум. Или какие слушатели попросят. Все, всем спасибо.